Прокуратура Ленинского района проверила деятельность административной комиссии города Иваново. В результате вскрылись факты несоблюдения прав предпринимателей. Ирину Великанову, владелицу небольшого магазина, комиссия признала виновной в несанкционированном размещении информационных материалов, вне предназначенных для этого мест. Она самовольно повесила вывеску над своей торговой точкой. Перед комиссией советовали, будет комиссия, вы не возмущайтесь, ведите себя спокойно, ничего страшного. Если что, все по минимальному штрафу будет. Так и получилось. Комиссия назначила минимальный штраф – 10 тысяч рублей. Для малого бизнеса сумма весомая, поэтому у Ирины возникли сомнения. Почитала статью, да, пришла домой, в интернете нашла статью по постановлению, какой они мне выдвинули. Посмотрела, что там есть возможность именно предупреждения, а не наказания, не штрафовать сразу. Поэтому решила написать в прокуратуру, чтобы разобрались. В справедливости наказания усомнились и сотрудники надзорного ведомства. Выяснилось, что в данном случае штраф и не должен был назначаться, только предупреждение. Великанова совершила впервые административное правонарушение, устранила нарушение до рассмотрения дела об административном правонарушении. Вместе с тем административной комиссии статья 4.1.1 Кодекса об административном правонарушении не применена в отношении Великановой. Прокуратура района по данному факту направлен протест в Ленинский районный суд. 26 мая данный протест был удовлетворен Ленинским районным судом. Дело направлено на новое рассмотрение. Действия административной комиссии признаны незаконными. В ходе проверки также выяснилось, что этот случай не единичный. Есть еще не меньше десятка предпринимателей, которым также не применили смягчающие обстоятельства КОАП. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.